преувеличил, конечно. Не народная, а артистка из народа. Дорогие мои, во-первых, хотела бы поздравить всех Татьян с прошедшим праздником. 25-го, как вы знаете, он был. Пожалуйста, мои хорошие. И самое главное, я пришла поддержать, приехала специально, парк Дракина, наш любимый. Мы каждый год здесь отдыхаем. Мы очень довольны. Мы любим весь коллектив. Они дарят нам свое добро, свою любовь. Мы чувствуем эту любовь. Кусочек сердца их в каждом из нас живет. Перед самым Новым годом, дорогие мои, я была на Первом канале на передаче «Мужской и женской» у Гордона. 30 числа эту передачу показывали по Первому каналу. Она была о том, как детки писали свои пожелания Дед Морозу. И вы знаете, чем мне нравятся наши дети? У нас есть большое прекрасное будущее. Тем, что они писали письма не для себя, не о том, что им подарить, что...